Также накануне глава государства посетил военный полигон Буджум и водозабор головной, расположенный на реке Аксу, близ кыргызско-таджикской границы в Баткенской области. Президент осмотрел местность и территорию участка, где располагается водозабор и воинское подразделение, охраняющее объект. Президент по итогам посещения поручил соответствующим государственным органам модернизировать техническое состояние водозабора. При посещении полигона Буджум Садыр Джапаров выступил перед военнослужащими, отметив, что государство исполнит все свои социальные обязательства перед вооруженными силами, а решению имеющихся вопросов силовых структур будет и далее уделяться особое внимание со стороны руководства страны.